Соглашение работать над новым проектом подписали в областном правительстве. Так, до середины 2023 года в регионе появится новое производство в сфере перерабатывающей промышленности. Компания НПП «К-Эксперт» возьмет вектор на импортозамещение. Для наших специалистов это плюс 25 рабочих мест. На развитие направят 68 миллионов рублей. Предпосылки к реализации проекта – это высокий рыночный потенциал, достаточно большой объем потерянного импорта в связи с последними событиями, очень высокий экспортный потенциал. Свои производства в регионе разместят еще 4 компании. Переговоры уже проведены, соглашения подготовлены. Благодаря сотрудничеству область сможет освоить новые технологии в разных сферах. В перспективе это улучшит экономическую ситуацию. Развитию способствует региональный инвестиционный климат. Мы демонстрируем новые актуальные меры поддержки. Мы также обсуждаем те вызовы, которые стоят перед инвестиционной деятельностью на сегодняшний момент. Презентуем результаты внедрения регионального инвестиционного стандарта на территории Ульяновской области. Области, над чем мы работали весь прошедший год. А именно над созданием комфортных условий для ведения бизнеса. Это слагаемое регионального инвестиционного стандарта. Он приводит к единому виду государственные процедуры, которыми может пользоваться инвестор на территории всей страны. К настоящему времени в Ульяновской области утверждены все элементы регионального инвестиционного стандарта. Корпорации осталось только завершить работу по формированию инвестиционной карты Ульяновской области. Иными словами, ключевая задача – улучшить инвест-климат в регионе. Ульяновская область продолжит работать как с крупными, так и с небольшими компаниями, возмещать пробелы от ухода западных компаний, наращивать объемы производства. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.